продолжаем вторую часть нашей трансляции. И теперь делаем шаг влево левой ногой. Также примерно полметра между стопами. Левую ладошку кладем на бедро. Со вдохом поднимаем правую руку вверх. Потянулись. И с выдохом уходите в наклон влево. Останавливаясь там, где придется чуть-чуть повыше, но чтобы вам было более комфортно, чтобы вы могли мышцы расслаблять. Наблюдаем, как растягивается сейчас правая половинка тела от пяточки к макушке. И выдыхаем все напряжение с выдохом. Дышим носом. Плавный, спокойный вдох и выдох. Ваша задача здесь максимально расслабить мышцы. Не максимально наклониться, а максимально расслабиться в этом положении. Со вдохом медленно поднимаемся, позвоночек за позвонком, потянулись за рукой вверх, с выдохом опускаем руку и приставляем ножку. Сделали глубокий вдох, выдох, послушали ощущения в теле. Со вдохом выпрямляем колени, опустили руки и развернули стопы вперед. Стопы параллельно друг другу. Глубокий вдох, выдох. Послушали ощущения в теле. И со вдохом поднимаем руки в стороны. Правую стопу разворачиваем на 90 градусов вправо, а таз возвращаем назад параллельно стене перед вами. Посмотрели на правую ладошку, делаем вдох и с выдохом потянулись за правой рукой и опускаете ее на голень. Левая ручка вверх и смотрим наверх, на верхнюю руку. Триконасана, поза треугольника. Спокойный вдох, выдох, расслабляем мышцы. Руки стараемся развернуть на 180 градусов в одну линию. И нижнюю ручку ставите туда, чтобы у вас не было сильного дискомфорта. То есть, если сильный дискомфорт в теле, руку можно выше поставить. Угол наклона чуть-чуть изменить. Если комфортно, руку можно ниже опускать. Спокойный вдох, выдох, слушаем ощущения, расслабляем мышцы. Асана помогает укреплять позвоночник, мышцы ног, укрепляет иммунитет, также тонизируя почки, надпочечники. Спокойный вдох, выдох, все внимание в теле у нас. Если вы в этом положении теряете равновесие, то голову можно не разворачивать вверх, а оставить взгляд вперед, зафиксировать его на какой-то точке. И дальше вытягиваем левую ручку вперед, параллельно полу. Ниже головы не нужно опускать, тянемся за голову, дышим. Наблюдаем, как растягивается левая половинка тела. Делаем вдох, с выдохом руку опускаем и разворачиваемся лицом к правой ноге. Ладошки ставите туда, куда дотягиваетесь. Можно на бедро поставить или на голень, или на пол опустить, если вы достаете. Потянулись макушкой вперед, вытягиваем позвоночник, дышим. Thank you.
либо остаемся в этом положении. Если комфортно себя чувствуете, можно уйти в наклон к бедру, подтянув живот к бедру. И прижимаем ручки к голове, переплели большие пальцы и со вдохом медленно поднимаемся. Потянулись вверх и с выдохом руки через стороны вниз. И разворачиваем стопу обратно вперед. Сделали глубокий вдох, выдох. Понаблюдали за ощущениями в теле. Снова почувствовали разницу в правой и левой половинке тела. В следующем вдохом поднимаем ручки в стороны, левую стопу разворачиваем на 90 градусов влево, таз возвращаем параллельно плоскости перед собой, посмотрели на левую ладошку, делаем вдох и с выдохом потянулись за левой рукой, опускаем ее на голень, правая ручка вверх, смотрим на верхнюю руку. Либо вперед, если теряете равновесие. Дышим, расслабляем мышцы. Дальше вытягиваем правую руку вперед, параллельно полу. Ниже головы не опускаем, наблюдаем, как правая половинка тела вытягивается от пятки к макушке. Делаем вдох и с выдохом опускаем руку и разворачиваемся лицом к стопе. Кладем ладошки туда, куда дотягиваемся. Это может быть бедро, голень или на пол поставили на пальчики. Тянемся макушкой вперед, вытягиваем позвоночник. Спокойный вдох, выдох, отпускаем из тела все напряжение с выдохом. И если вам комфортно в этом положении, то можно уходить в наклон к бедру. Толкаем копчик вверх, в потолок, макушку вниз, живот к бедру. И соединяем ладошки со вдохом, поднимаемся. Тянулись вверх и с выдохом руки через стороны вниз и разворачиваем стопу обратно вперед. Сделали глубокий вдох, выдох. Послушали ощущения в теле.
дальше поочередно соединяем носочки, пяточки, собираем стопы и садимся на коврик или на пол, вытягиваем ножки вперед. Соединяем их вместе, достаем ягодицы из-под таза, так чтобы копчик и таз стал вертикально к полу, а не подворачивался вовнутрь. Носочки стоп на себя подтянули, макушкой вверх, вытягиваемся. И со вдохом поднимаем руки через стороны вверх. Переплели большие пальчики, вытянулись. И с выдохом делаем наклон к ногам. И ладошки опускаете туда, куда дотягиваетесь. Копчик толкаем назад, живот к бедрам, макушку вперед к стопам. Остаемся в этом положении, дышим, расслабляем мышцы. Когда ваш живот не касается бедер, важно не тянуться головой вниз, да, не округлять спину, а наоборот толкать сначала живот к бедрам. Верхняя часть тела укладывается в самом конце. То есть сначала живот, потом уже верхняя часть. Если живот пока не касается бедер, значит вы толкаете копчик назад, живот вниз и остаетесь положение с прямой спиной, стараясь развернуть таз в наклон. Прижали руки к голове, переплели большие пальчики и со вдохом поднимаемся. Вытянулись руками вверх, выпрямили спину, толкаем поясницу и грудь вперед, копчик, руки, плечи назад, носочки стоп на себя. Почувствовали позвоночник и мышцы вдоль позвоночника. Выдохом руки через стороны вниз опускаем и ставим ладошки сзади, пальцами вперед, подальше от таза. И со вдохом толкаем таз вверх, прогнулись, потянулись носочками к полу. Опускаем таз, выпрямляем спину и ножки встряхнули, расслабили. И каждое занятие по йоге у нас заканчивается позой шавасана. Она помогает как раз расслабить блоки в теле, почувствовать вот это вот расслабление, восстановить силы, перераспределить энергию по всему телу. И для этого мы ложимся на спину. Сначала вытянем позвоночник с вами, опускаемся на локти, ладошками опираемся в таз и ползем локтями назад, вытягивая позвоночник из таза, как будто хотим выползти. Таким образом мы убираем компрессию в пояснице, освобождаем поясничные позвонки. Потянулись, опустили поясницу на пол, кладем ладошки на плечи и тянемся вперед локтями, грудной отдел вытягиваем. Лопатки здесь не касаются пола.
потянулись, опускаем лопатки на пол, ладони кладем на нижние косточки черепа и тянем вверх, вытягиваем шею. Подбородок прижимается к груди. И после этого опускаем голову, руки и расслабляем мышцы. Стопы кладем на ширину плеч, либо чуть шире. Ручки тоже свободно в стороны. Закрываем глаза. Направляем свое внимание на дыхание. Сделали глубокий вдох, выдох. И почувствовали, как с каждым выдохом ваше тело все больше и больше расслабляется. И оставляя свое тело полностью неподвижным, направили внимание к пальчикам правой ноги. Почувствовали пальчики и расслабили. Расслабили правую стопу, лодыжку. Расслабили голень, правое колено, мышцы бедра и правую ягодицу. Правая нога полностью расслаблена. Направляем свое внимание к пальчикам левой ноги. Расслабили пальчики, левую стопу, лодыжку. Расслабили голень, левое колено, мышцы бедра и левую ягодицу. Левая нога полностью расслаблена. Почувствуйте точки в центрах ладоней. Представьте, что гладкие теплые камушки лежат в центрах ваших ладоней. И тепло от них расходится к пальцам рук и к плечам. Ваши руки теплые и расслабленные. Направляем свое внимание в область живота. Расслабили мышцы живота. Внутренние органы. Грудные мышцы. И перемещаем свое внимание на основание позвоночника. Расслабили крестец. Поясницу, лопатки, расслабили мышцы, окружающие позвоночник, шею, затылок, расслабили мышцы лица, чуть-чуть подтянув вверх уголки губ. В легкой улыбке. Все ваше тело расслабленное и невесомое, как будто парит на облаке.
начинаем активизировать дыхание, углубляем вдох, выдох. Пошевелили пальчиками ног, рук, подвигали стопами, повращали их в одну сторону, в другую. Завели руки за голову, потянулись сначала одной половинкой тела, потом другой. И всем телом с удовольствием потянулись. Опустили руки, согнули ножки в коленях, поскручивались. Колени в одну сторону, голова в другую. Повернулись на бочок, ладони под голову, полежали. И с закрытыми глазами садимся, растираем ладошки до ощущения тепла. Накрываем глаза ладонями. И открываем глаза, смотрим в темноту ладоней. Закрыли глазки, еще раз растираем ладошки и умываемся. Умываем лицо, волосы, шею погладили, грудь. И открываем глаза. Спасибо за внимание, будьте здоровы!